составе независимого азербайджанского государства Карабах никогда не был. Признает Азербайджан независимость Нагорного Карабаха или не признает, это вопрос другой. Предложил бы рассматривать этот вопрос не в плане трафаретного подхода. Вот территориальная целостность, мы защищаем и все. А в плане правовых основ существования Нагорно-Карабахской республики. Если они обоснованы, давайте признавать, а почему нет? Если не, они не обоснованы, то объясните, что они не обоснованы. Объясните аргументами, а не просто тем, что вам приятен принцип территориальной целостности. Нам приятен принцип самоопределения. Мы также готовы к продолжению прямых контактов с Азербайджаном для поиска компромиссов. Хотя считаем, что прямые переговоры Азербайджана с Нагорным Карабахом были бы более результативными. Тем более, что Нагорный Карабах де-факто состоявшееся и открытое к диалогу государство. Так что не думайте, что раз сейчас Нагорно-Карабахская республика не признана, то это означает, что она не будет признана никогда.